А вы сказали, что Великобритания поглотила США, да? Кто вот в этой вот сборке Англия, Великобритания, кто тот главный, кто рулит? Ну, где хвост, а где голова у собаки? На мой взгляд, голова находится в Великобритании, а вот хвост и другая, так сказать, часть, на которую хвост крепится, это вот находится за океаном. Там убили двух американских президентов, это все было в 19 веке. Вот с тех пор все-таки Великобритания продолжает рулить мировой политикой. Соединенные Штаты Америки – это все-таки такое мускулистое, но достаточно безмозглое тело, которое управляется, на мой взгляд, повторю, и вот центр управления, паутина вся, находится в Лондоне.